Ну что ж, всем привет, с вами Депикачу. Сейчас я поиграю в такую игру, как Super World Box. Я в нее играл, очень давно играл на телефоне, но вот я нашел версию для компьютера, точнее я знал то, что она есть, но вот решил снять видео. Видео, где я буду играть в эту игру. Ну так вот, я вроде... Все понял в управлении. Давайте создадим людей. Вот люди у нас будут вот тут вот. Сейчас поменяю клавиатуру, чтобы легче было русские названия так писать. Так, так давайте все снимем мир с паузы. Аутопод какой-то у нас. Так, давайте его переименуем как-нибудь. Так. Так, аутопод. Ашан. Ашан. Вот у меня Ашан есть, как вы видите. Сейчас я поставлю, кстати, скорость на x5, чтобы быстрее, ну, все происходило. Ну что ж, я к вам вернусь. Я сейчас создам еще несколько цивилизаций и к вам вернусь. Ну что ж, вот я и назвал разные города. Вот. У нас есть Ашан. Ну, я вам его вам уже показал. Тут вот, как видите, уже несколько разных домиков построили. Есть гном. Просто у меня не хватило фантазии как-нибудь назвать дворфов. Дворфы это что-то наподобие гномов, можно сказать. Тут у нас эльфы с эльфийским рейхом. Воу, как они быстро... Вы видели? У них только что было 22, уже стало 25. 26 уже. Шиза и болото Шрека. Это у нас эти... Как его? Орки. Вот. Как вы видите, эльфийский рейх очень сильно развивается. У них уже 29 людей. Так, давайте вот этот, на этот остров, давайте... Отправим сюда зомби. Зомби, чтобы потом после, после ну, какого-то времени я соединил оба, ну, вот этот остров и другие острова. И зомби перешли из этого острова на другие острова. Вот так вот. Так, тут вот еще есть одинокий остров. Тут он будет ледяной остров. Так, тут... Добавили вроде... Где же это? Вроде вот... Блин, где это? Ой-ой, я потерял, где эта штука. Так, и я помню... А, вот, где-то тут она. Да, вот. Это будет морозный остров с башней холода. Вот, вы видите, все сейчас прям становится ледяным. Так, Ашан у нас развился. Создал еще один город, и эльфийский рейх тоже. И гномы тоже, в принципе, они... Воу, болото Шрека объединились с Шизой, и получилось одно огромное болото Шрека. Так, давайте вот этот остров, он будет у нас горячий остров. Вот видите, тут прям огненная башня, там из нее демоны выходят. Вот они бедную эту овечку сожгли, бедная овечка. Так, ну что ж, как вы видите, все очень хорошо развивается, все страны очень хорошо развиваются. Но давайте, давайте что-нибудь плохое им сделаем. Я не знаю, что можно сделать плохого им. Не знаю, давайте... Блин, я так долго думаю, и, по-моему, это выглядит очень странно. Давайте одна из... Нет. Давайте еще одну расу создадим. Давайте тут будет еще люди. Нет, они что-то не хотят тут остров, город строить. Так что давайте где-нибудь остров с лесом сделаем. Вот такой вот остров. И закидаем туда... Вначале польем водичка. Водичка. Все, польем водичку, остров. Отлично, тут скоро уже должны быть сейчас семена.
Отлично. Деревья, все отлично. Давайте эльфов сюда отправим. Амасера. Это новый город. Так, давайте. Но мы им отправим чуму. Чуму. Вот, уже первый заразившийся есть. Два человека, которые собирали с полей всякие штуки. Вот главное, чтобы на них никто не напал. Например, если на них нападет болото Шрека, они могут забрать чуму себе, а потом уже перенести другим странам, и это будет довольно плохо. Так, я вижу, что эльфийский рейх сделал. Вау! Блин, я думал то, что эти острова соединяются. А то тут такое большое количество зомби. Так, я вижу то, что эльфийский рейх, у него мало места. Но тут вот еще есть место. Ну тут вот. Но в принципе очень сложно туда добраться. Вот как видите, все тут уже ледяное. Так, ну что ж, сейчас я так догадываюсь. Нет, Ашан не круче всех. Хотя вот Ашан как раз делает, по-моему, вот такую-то стратегию. Он создает очень много городов. Это хорошая стратегия. Как по мне, о, эльфийский рейх основал еще. Так, давайте посмотрим, кто с кем воюет. Если кто-то, конечно. Воу, гномы воюют с шреками, то есть с болотом их. Так, как я вижу. Эти эльфы. Все. Ну, то есть не все, может быть. Может быть, они куда-то переселились или на них напали. Если на них напали, то это хуже всего, потому что чума может перейти на других. Как видите, у нас оно такое не очень обученное общество. Оно не знает ни про какие вирусы, не знает ни про карантин, ни про вот это все. И все. Ну что ж, пока что. Воу! Ашан воюет с эльфийским рейхом. Смотрите, армия эльфийского рейха плывет куда-то. Вот армия. Армия Ашана. Армия Ашана сюда, как видите, высаживается, чтобы уничтожить Аэхат. Но, видимо, у них ничего не получается, потому что они уплывают. Ой, нет, это эльфы! Эльфы пришли в Содикот. Главное, чтобы они не дошли до Ашана. Если они дойдут до Ашана, это будет очень плохо. Так, как вижу, интересно, есть такая типа система, то что вирус типа чумы может жить в земле и типа заразиться могут. Люди, которые прибыли. Воу, что это такое? Что с городом произошло? А, стоп, тут города не было. Тогда что это такое? Не знаю, ладно. Так, ну что ж. Как видите, с миром у нас все хорошо. Так, вот. Давайте посмотрим, кто самый крутой. Самые крутые, конечно, эльфы, но, в принципе, Ашан тоже пробует их догнать. Я хочу эпичные заварушки. Так, пока что. Так. Болото Шрека перестало воевать с гномами, но эльфийский рейх воюет и с гномами, и с Ашаном. Это ошибка для эльфийского рейха, потому что гномы, прям смотрите, куча гномов. Дворфов, точнее, правильней. Но я буду их называть гномами, потому что в России не очень много кто их называет дворфами, поэтому буду называть гномами. Гномы уничтожили прям вот эти города. О, город Капоп. Капоп. Надо изменить кое-какую штуку. Так. Так, сейчас. Кей-поп. Вот так вот будет более хорошее название. А то какой-то капоп. Так, хоть на что-то похоже. Так, воу,
Один человек разница, представляете? Вообще нету разницы между ними. И... Воу-воу-воу-воу. Так, я так вижу, что Ашан делает высадку. Ашан делает выпадку. Высадку прям эпичную. Как вы видите, просто они уничтожают города. Все. Блин, вот я вижу то, что их довольно много в нападении, но что-то они слишком маленькими группами. Просто эльфы просто собираются в кучу и уничтожают их. Разница в две. О, ура! Ура! Ашан крутой. Ашан это первое королевство, у которых больше 300 человек, в общем. Так, я тут вижу то, что у эльфов все хорошо. А вот не так все у них будет хорошо. А вот не так у них все будет хорошо. Соединяем острова. Так, чтобы быстрее пошли эти все зомби, давайте установим еще статуи мозгов, с помощью которых, ну, зомби на них хочет, ну, атаковать вот эти статуи. Можно сказать, это магнит для зомби. Главный минус людей то, что, то есть, ну, не зомби, то есть, то, что когда одна из рас умирает, например, эльф, дворф, гном, орк, человек простой умирает, то он тоже превращается в зомби. Как вы видите, я еще чуть-чуть тут добавила, а то почему-то слишком мало было. Как вы видите, они начали вторжение в город. Хотя они больше заинтересованы в уничтожении статуй. Ну, тут этому городу все. Минус город. Так, как ви... Вау! Вау, Ашан сильно, слишком сильно оторвался от эльфов. Интересно, почему? Вау! Смотрите просто, какой огромный Ашан. У них даже вот тут вот есть островной Ашан. Прям очень хорошенько развились, как я вижу. Ну вот, давайте делать ставки. Я думаю, что победит Ашан. Даже если я им буду как-то портить все, то у них все равно и так все очень хорошо. У них все равно, даже если я им буду портить, по-моему, по-моему, все-таки это. Сейчас я уберу, кстати, восстание, потому что иногда надоедает восстание, потому что ну, бесит меня они, если честно. Ну, так вот, уже 116 лет наш мир существует. Так, ну что ж. Ну, хорошенько так развились, потому что, по-моему, надо как-нибудь усложнить жизнь Ашану. Давайте попробуем сделать что-нибудь с Релипхирском. Потому что, смотрите, просто гномов зажали. Гномы сюда не могут пойти вообще, потому что тут... Воу! Война еще одна новая. Или это просто продолжение старой? Да, они воюют против этих. Против орков. Надо им помочь. Давайте что-нибудь сделаем это городам, которые близко к гномам, именно города орков. Давайте у них тут. Давайте у них был, в общем, боезапас, гранат. Это вообще современное супероружие, которое они хотели использовать против гномов. Но случайно склад, вот этот вот склад, детонировал. И просто произошел взрыв. Если честно, как-то на население что-то не очень это подействовало, но, в принципе, тоже, наверное, поможет. Так, я вижу. Вот это да, просто посмотрите, это куча ашановцев, работников Ашана начинают наступление. 544 человека, это очень круто. Но сейчас я хочу помочь именно гномам. Гном, давайте, если честно, тут очень мало
именно бомб, которые очень крутые. Нет, гномы, Гонериум. Нет, 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 я вам еще закидаю гномов. Гномы, дополнительное подкрепление. Нет, стоп. Так, фу. Фух. Блин. Ну все, тут уже гномам как-то нету места. Ну тут вот, но тут уже есть зомби. Ну да, как-то гномам, если честно, местечко как-то не найдется. Так, давайте сделаем мы все-таки такой вот лес. Лес надо добавить, конечно. Лес и прямо в центре гора. Все, вот это будет им нравиться и как раз будет отдаленный от людей остров, чтобы на них никто не напал и не уничтожил. Так, давайте закинем гномов. Ой, как только я сказал, что отдаленный, сюда пришли Ашановые. Ашановые. Давайте их будем называть работниками Ашана. Просто я не знаю, как еще. Блин, какой-то слишком маленький, если честно. Какой-то не остров, а остров для каких-то бомжей. Маленький какой-то. Давайте им... Ой, я случайно работников Ашана нескольких убил, которые плавали, и я просто под ними создал. Так, Пепетил, Пепетил. Прикольное название, кстати, не буду его менять. Пепетил. Так, давайте закинем им семена, чтобы были эти деревья. Так, что у нас тут происходит? Как вы видите, эльфийский рейх давит. Давит очень сильно. Если все объединятся против эльфийского рейха, то это будет ему конец. Реально. Так, я говорил, что все объединятся против эльфийского рейха. Я решил все-таки попробовать это сделать. Давайте просто кинем им злости, чтобы они сильно разозлились. Давайте посмотрим, что будет с эльфийским рейхом. Хоть они, конечно, не супер страна сейчас, но все равно довольно их. Но все равно они довольно сильные. Они, в принципе, Тагирос могут быстро уничтожить и, в принципе, получить новые территории дополнительные. И, в принципе, даже очень сильно усилить свои войска. Так, как я вижу, стоп. Люди начали войну с орками. Вот это да! Вот это прикол. Мне кажется, ли сейчас все воюют с друг другом? То есть, смотри, эльфы и воюют со всеми. Эти воюют со всеми, кроме Одататал и Пепетила. Пепетил не... Во, они тоже с эльфийским рейхом воюют. Тоже привнесут свои 14 солдат, помогут, конечно, войне. Так, как я вижу, тут основался город этих работников Ашана. Ну, Ашан прям уничтожает Шреков. Мне даже жалко Шреков. Так, ну что ж, эльфийскому рейху это все на руку, потому что они воюют против Шреков и Ашана. То есть, если Ашан и Шреки объединились бы, то они бы быстрее бы победили эльфийский рейх. А так, Ашан, можно сказать, ухудшает положение своему союзнику и улучшает положение своему противнику. Как говорится, враг моего врага мой друг, но тут вот он тоже враг. Да уж, это довольно грустная ситуация. Нет, кей-поп, пожалуйста, хотя бы кей-поп не уничтожите. Так, давайте закидаем тогда им водички. Не знаю зачем. Так это вроде... Стоп, я ничего не понимаю. Это типа... Ладно. У нас еще вот такая вот штука непонятная есть, так что... ладно. Давайте посмотрим. Отлично. Давайте привнесем ужас в это. Давайте отправим чуму. Вот сюда вот отправим чуму. Так как эльфы воюют со всеми, они могут быстро разнести чуму всем. Особенно если будет атака на этот город, на Доруа. Адоруа.
Да уж, так что эльфам выгоднее как можно быстрее потерять вот основные города, чтобы быстрее Ашан напал на Одоруа. И чтобы быстрее, Ашан подцепил пандемию. Хотя это пока что просто эпидемия. Блин, как-то, если честно, чума слишком сильно убивает. Я надеюсь, что она будет хоть как-то эльфы будут. Так, отлично. 10 000 созданных существ. Давайте тогда им кинем еще эльфов, чтобы они продержались побольше. Давайте пробовать держать их население где-то в количестве 30 штук, чтобы чума, перешла хоть кому-то. Так. Так как мы видим, все еще вот Тагерос воюет против всех, но что-то Шреки не так и уж си быстро погибают. Эти Ашан просто очень сильный. Давайте сейчас попробуем соединить зомби, остров зомби с Ашаном. Все, я соединил. Так, давайте теперь тогда им накинем этих. Статуи, чтобы они шли вот сюда. Так, давайте польем водичкой. Так, давайте подкрепление еще зомби отправим, а то почему-то мне кажется, что Ашан очень быстро с ними разберется. Так, ну что ж, вот. Блин, я понимаю, что скоро надо уже видео заканчивать, а то будет оно слишком долго, но я прям не могу оторваться. Прям просто очень интересно. Так, ну что ж. Вау, какая высадка зомби! Высадка в зомби прямо в Ашан. Представляете, ужас какой. Ужас. Так, в это время Шреки хоть их довольно сильно. Ой, на... нет, на... ой, блин, Одаруа, надо им население подкачать. Новых. Кстати, интересно, так как везде карантин, интересно, как-нибудь получится передать. Нет, кажется, чумы уже больше вроде нету. Кстати. Давайте тогда еще кинем. Потому что это любые страны могут напасть на Одаруа в любой момент. Как я вижу, довольно быстро, если честно, отбились работники Ашана, быстро отбились от наступления. Так, а я вам говорил про секретное оружие. Ну, так вот, у Шреков появилось новое супероружие. Напалм. Они решили его скинуть прямо в центр Ашана. И весь Ашан начал гореть. Кстати, он быстро погас, если честно. Все, уже больше ничего не горит. Круто. Круто Ашан защищался. Кстати, почему-то население Ашана быстро падает. Ну все вернулось на свои места. Население Ашана растет. Кстати, вот эти островные эльфы очень хорошо развиваются. У них появилось несколько хороших колоний. Да, и еще. А, они тоже воюют с Шреками. Все воюют с Шреками. О! Пепетилы. Ну вот новые гномы основали новый город. Так, вижу, что Одаруа население падает. Так, все, есть, фуф, есть на дорогах, на улице люди с чумой. Нет, вроде их нет. Опять чума вымерла. Давайте им в районе 100 человек еще кинем, чтобы еще они попробовали даже атаковать. Вдруг они в атаке всех заразят.
Так, уже практически сотка. 100. Ну, сразу минус 3, минус 5 уже. Блин. Что с Ашаном? Вы посмотрите на это. Что с Ашаном произошло? Стоп. А что со всеми вообще произошло? Наверное, чума, да. Вот смотрите, на короля Ашана, смотрите, у него чума есть. Чума передалась. Вот это да. Кстати, эльфийский рейх на грани вымирания, смотрите. У них единственный большой город это Адуро, но только из-за того, что я им просто накидал очень много людей. То есть, если бы не Адуро, то эльфийский рейх бы, наверное, уже был уничтожен. Все, теперь надо отправляться по домам. По домам. Stay at home. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Следующее видео будет продолжение. Я специально сохраню мир. Так, надеюсь, это видео вам понравилось. Всем пока. Пока. Надеюсь, это видео... Ой, ладно, зачем я, блин, опять это повторяю? Смешно.